Критическая ситуация сложилась на улице Энергетиков в Конаково. Возле одного из жилых домов образовалась самая настоящая свалка. Обращения в самые разные инстанции ни к чему не приводили. Ситуация изменилась после визита руководителя Тверского добровольческого центра Юлии Сарановой. Бытовой хлам и полупустые контейнеры рядом. Вокруг кружат стаи крикливых птиц. Такой предстала помойка у дома номер 7 по улице Энергетиков в Конаково. Эта несанкционированная свалка давно тревожит местных жителей. Машина приезжает в последнее время редко. Тут 2-3 дня не было ее. Только вчера приехала. Целая гора, до сих пор мусору было. Проблема назрела. Конаковцы пытались обращаться в различные инстанции, однако дело не сдвинулось с мертвой точки. Тогда жители дома на улице Энергетиков решили попросить помощи у руководителя Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлии Сарановой. Она приехала в Конаково с рабочим визитом. Люди ремонты делают, квартиры покупают, и весь хлам сюда выносят они. Ну вообще такой мусор же должны сами увозить, а не заказывать, да, знаете, большие контейнеры, увозить строительный мусор. Это же не должны, но не делают. Оказывается, что кто-то из жильцов оставляет мусор и за контейнерной площадкой. Этот хлам, по словам местных, лежит тут уже не один месяц. И туда кидают, и сюда кидают, везде. Но вот здесь живут, вот да. Живут люди, да, вот и идут и могут вот откинуть мусор. Да. А им безразлично. Итог – мусорные кучи, которые приносят большой дискомфорт местным жителям. Несмотря на плотный график, Юлия Саранова не только выслушала все жалобы жителей Конаково, но и сразу стала искать решение, как помочь людям. Для этого она обратилась к заместителю председателя регионального правительства Андрею Наумову. Спасибо вам большое. Да, пусть там еще на ограждение обратят внимание. Там площадка огорожена, но вот некоторые ограждения уже неисправны. Можно будет, да, заодно? Это не единственная заваленная мусором контейнерная площадка в городе. Ранее о такой же проблеме сообщили жители дома номер 80 по улице Первая набережная. В итоге, благодаря вмешательству Юлии Сарановой, мусор на этих улицах уберут. А вот появятся ли у контейнеров новые кучи строительного хлама, зависит от местных жителей.